Здравствуйте. В данном видео перед вами представлен перистальтический насос дозатор модели МДП-200 и триггерный укупор модели МЗ-400Т. Давайте, пожалуй, я вам продемонстрирую, как они устроены, как они работают. Разольем для начала жидкость 250 мл тайм. Скорость сейчас в машине стоит средненько. Уровень вы увидите на 100-миллилитровых флаконах сегодня, потому что здесь темный, непрозрачный бутылочка. Давайте теперь я следом вам их продемонстрирую, как укупоривать. Нажимаем туда. Машина установлена. Теперь я покажу вам, как все это переналадить на другой размер тары. Флакончик сначала. Заходим в системные настройки насоса. Изменяем уровень. Все это описано, естественно, в паспорте к машине. При необходимости, если уровень будет плавать, здесь также есть калибровочные настройки. Смотреть уровень по горлышку 100 мл. Совершенно одинаково. Ну и давайте теперь продемонстрирую вам, как переналаживать укупор. За ручку опускаем головки на уровень верхнего мертвого положения крышечки. Это примерно вот так вот. Спускаем здесь на машину. Время задержки у меня сейчас специально стоит большое, около 5 секунд. Также, естественно, вы все подрегулируете под себя. Видите, контрольное кольцо осталось на месте. То есть, как вы заметили, переналадка занимает всего лишь несколько секунд и ничего сложного собой не представляет. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.